З ким бара теж у Катовичина селекціонат Романії? На локолу і Влад Кера, care v-a luat cu numărul 20, în continuare va juca Ovidiu Horcea, numărul 11. Голул селекціонаті Румунія фос маркат де Овідіу Хорша, номерул 11. Это, в общем-то, наша игра, скажем так, молдавская, потому что не хватает нас. Во-первых, нас не хватает и человеческих ресурсов, чтобы менять людей равноценных. И немножко, конечно, вторая игра для нас это сложно, поле тяжелое. Чуть не хватило, наверное, физически немножко. Физически и человеческих ресурсов не хватило игроков, равноценных игрокам основы. Можно сказать, что в том-то и дело, что проблема наша в том, что мы можем только говорить о что мы достойно играем. Но, к сожалению, руководство и мы, тренера, и ребята, наверное, хотим уже какого-то положительного результата. Пока, наверное, я тоже понимаю, что, наверное, мы делаем максимум, что можем. Ну, не только мы, я имею в виду ребята на поле. Можем, к сожалению, пока только говорить, что играем достойно. Больше положительного результата мы не можем достичь. Еще будет игра в ноябре со сборной Украины. 18-20 ноября будет также здесь, в Адуловодах, будет игра со сборной Украины.